Да. Че, хоть 13, 14, нельзя на переднем сиденье 13 лет ездить. И тебе пинаю под жопу. Мне 13. С 14 не нужно автокресло. Нет, на переднем сиденье только 14 лет можно ездить. Нет, 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. ДПС стоит! Ну, они тебя слегают. Догонят быстрее. Ну что, ты встанешь и все, пулю едет. Как же меня сломают? Что-то не знаю. Я блондинка. Ну, я блондинка, но не настолько. Ну, встала, педаль перепутала, не могу тронуться. Что-то случилось. Ой, я один раз, короче, когда проходила это самое техобслуживание, я так перепугалась. Он мне говорит, включите то ли габариты, то ли еще. Я, прикиньте, я не могу понять. Что это такое? Не, внутри, конечно, ну, круто ездить. Просто, знаешь, пофиг, просто ну, круто не Основа, типа, мы им отстежем сразу денежку. А так, если мы сказали, типа, ДПС вызывайте, это уже не им же в карман. Я не говорила, ДПС вызывайте. Я сказала, что... Я же тебе объяснила, что документы не говорили.